Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров подписал принятый на референдуме проект Конституции страны, по которому в республике возвращается президентская форма правления. Конституционный референдум в Кыргызстане прошел 11 апреля в один день с выборами депутатов органов местного самоуправления. За проект нового основного документа страны проголосовали практически 80% избирателей. Число депутатов в парламенте сократится со 120 до 90 человек. Новая Конституция Кыргызстана вступит в силу 1 июля. Заметно усилился правовой статус президента. Президент теперь является и главой кабинета министров. Соответственно, он сам назначает и освобождает от должности членов правительства. Что в целом, думается, должно привести к такому положительному эффекту, особенно в сфере укрепления вертикали власти и более устойчивого развития экономики Кыргызской республики.